Друзья, добрый день. Мне вот задают вопрос, почему я часто говорю в последних видео про последний сезон пчеловодства. Значит, смотрите, не последний, а возможно последний. Потому что на самом деле все очень просто. Весь вопрос в медоносах, в медоносной базе и отсутствии взятки. Вот второй сезон нет главного взятка. Дело не только в погоде, а в том, что все имеющиеся поля, опушки лесов наше государство продало под застройку. Остальные территории не обрабатываются. То есть все зарастает ивняком, вырубку никто не делает. Даже полянки, на которых вот мы гоняли футбол в детстве, тоже все заросли. Вот так как нынешняя молодежь мяч гоняет не на поле, а в телефоне. Вот и получается, весь взяток происходит во время цветения садов. А какой толк от этого взятка? Если отобрать мед, то семьи надо кормить до осени сахаром, а потом еще и закормить сахаром в зиму. А если не отбирать мед, то кормов хватит, ну, до осени. А потом снова нужно делать закорм в зиму. И получается, ну, собственно говоря, пчелы в убыток. А какой тогда смысл? Поэтому, если следующий год там не удастся решить проблему заросших полей там и не будет главного взятка, то какой смысл дальше держать там 10 семей? Оставлю всего пару в надежде на хорошие года, ну, чтобы для себя иметь там натуральный мед, собственно говоря, и не более. То есть вот такие вот дела. К сожалению, у нас многое развалено. И восстанавливать никто не собирается. Поэтому и дальнейший вопрос по пчеловодству будет именно такой. То есть, что делать? Ну, покажет сезон. Если третий сезон подряд будет провальным, без главного взятка, ну, тут уже нечего тратить свое время на это все занятие.